Всем привет, дорогие друзья, коллеги-перцеводы, тоже привет. Вот сегодняшний урожай. Три таких пакетика. Да, вот, ну, после полива. Где-то больше 30 сортов здесь. Круто, да? Разных. Все всякие. Вот он прокушенный. Да, ну что это у нас за сорт? Надо посмотреть. Пхутла. Вот это вот. Адельберта. И Лонг Хабанейро. Да. Тут он тоже. Это у нас... Ну, это Суперстар. Севен Подстар Тверь. Не Суперстар, блин, да. Вон еще один гниль пошла. А вот он, Green Long Habanero. Шоколадки. Так. Во сколько? Круто. Далее, сколько перца? Даже вот такой вот. Очень остренький. Это даже не помню уже, что такое. Да, 30 сортов. Все запомни. Опять. Савампотики. Бежевые. Люди на них смотрят и говорят желтый. Так он как бы типа белый, но не белый, это бежевый. Подсветка, если убрать. О. Совершенно по-другому. Ну да, потом смотрите. Сейчас помоем перчики. Распасуем и по кучкам. Там уже будем думать. Надо уже, да, что-то из них делать. Ну, часть на дозревание. Сейчас повесим под лампу. Ну, часть просто, по-моему, уже созревшая. Вот пока так.